Так. Приветствую всех, друзья. Всем здравия, всяческих благ. Сегодня 23 июня 2024 года. Поселок Дедеркой Туапсинского района. Вот. И опять же у нас сегодня ежегодное видео. И по просьбам и желаниям подписчиков, знакомых и друзей. Обзор улиц, если его так назвать. Сегодня мы идем по Черешневой, потом продолжим, потому что сразу все обнять нельзя. Значит, погода хорошая, вот море сейчас немножко похолодело, градусов на 5, говорят, это чувствуется, но нормально, нормально. Вот, то есть народ есть, сегодня воскресенье, рыночек работает. Времени где-то часов 6 вечера, 7. Здесь вот вторые ворота зеленого огонька. Река Дедеркой. И одним файлом мы сейчас сразу пройдем и все поснимаем. Вот речка такая, видите, если вот так вообще назовешь. Ходил я тут на днях, был на первом водопаде, поход выходного дня у меня был. Ну так, водопадик-то есть, как всегда, в общем-то. Так, ну что ж, вот мы на Черешневой. Те улицы мы потом сходим попозже посмотрим. Это Заречная. Там гостевой дом, давайте сразу, как всегда. Телефоны, где что находится, просто не как реклама, а как информация. Тут же сразу прям гостевой дом у Татьяны. Я, по-моему, даже эту рекламу в интернете видел. Всем приветы. Так, знаменитое кафе Киликия. Кормят вкусно. Ну, в принципе, в Дедеркое везде кормят вкусно. Нормально. Столовки. Я вот сейчас зашел в магазинчик. Блин, надо было бы коту за кормом еще. Забыл. Ну, ладно. На обратном пути. Так, это у нас Заречная. Конные прогулки. Это туда же на водопады, в другие места. Там, не знаю, я точно этого не знаю. Так, это у нас Заречная. То есть у нас получится две улицы. У нас сейчас там будет переход на Черешневую. Вот, пройдем сейчас полево, и Черешневая там делится напополам. А делит ее магазин центральный. Б номера, пожалуйста, кому надо телефончики. Вот есть свободные номера. Ой, какая встреча! Вы здесь, да? Да, я здесь. А я смотрю, вас не видно там. Ага. Ну, конечно, видно. Так, так, давайте. Так, а у вас? Это не мое, это. Ага. Так. Гостевой дом Заречная. А где он находится? Вот этот Заречный. А, это здесь. Ага. Так, телефончики, пожалуйста, кому надо. 6. А вот как раз я там, наверное, и снимал. Вот 6, да, вот этот дом. Да. Ага. Так, сейчас фокусируется. А ты хорошо это делаешь? Да, Алексей Алексеевич. Да. Да. Это очень хорошо. Покажите инжир, знаменитый наш вот, Дедеркойский. Вот, в этом вот, году пожалуйста. Я такого ни разу не видал. Не, вот мы сами не видели. Это еще, да, я говорю, это инжир, блин, а он крупнее, наверное, большого яблока. Это еще небольшой. Ну, давайте мне угостите. Угощать тебя? Маленький можно? Маленький можно. Давайте любым, любым. Подожди, вот это бери. Да. О, не вот знаю. Красота. Блин, ну такой. Им одним пообедать можно. Да.
Да, всех благ вам, спасибо. Так, зайду потом. Заходите, зайду. Конечно. Вот, а я смотрю, говорю, вас не видно, думаю, что один. Так? Ну что, там на Риге есть движение хорошее? Да, да, да. А потом сегодня выходной, завтра поменьше, наверное, народ-то будет, а так. В принципе, все одинаково. Нормально. Нормально, да. Ну, всех благ, увидимся. Так. Да. Вот, видите, кругом знакомства. Многолетние шестя. Wi-Fi, стоянка, комнаты. Стоянка большая. По ценам звоните. Узнавайте. Ну, в принципе, потом надо напомнить. Я когда снимал по Приморской, по той улице, имейте в виду, что в июне, в июле там и, ну, короче, разница цен есть. Потому что сейчас как бы начало сезона. Наверное, фокусировки нету. А вот, вроде поправилось. Так, зеленый огонек, вот лагерь, сейчас первая смена. То, что у нас будет две улицы, Заречная, вот, пожалуйста, 8 Б. Кому интересно. Блин, какая красота, так со вкусом сделана. Винтажная лестница и вся прямо в этом, в июне. Ну, тут, видимо, свой дом. Хотя сдают очень многие. Так, это, похоже, КНС-ка, про которую говорили. Или это не здесь, вот джипинг, телефончик. А так он вот такой здесь на улице растет сейчас. И тут вот такой. И вы знаете, что касается инжира, говорит, первый, говорит, просто вот этот первый съем, да, говорит, давно такого не было круп. А я еще удивился, ни разу такого не видел. Так, ну что, значит, у нас вторая улица. Насколько я знаю, это у нас тоже Заречная, Черешневая, и это Черешневая. Вот, так что пройдем туда до конца. Или вернемся там, или вернусь здесь. Вот, так что начнем. А делится, начинается она отсюда. Магазин центральный. Вот хороший магазинчик. Все, что надо, в принципе, есть. Не обратил внимания, там терминал стоит. По-моему, есть. То есть для оплаты там всего. В принципе, сейчас все через интернет. Столовая, второй этаж. А с интернетом я говорил, везде Wi-Fi, более-менее бодренький, так что... Так. Массаж классический, оздоровительный, абсолютно испанский. Массаж лица и все остальное тут. Так, ну, шашлычок сегодня будет, наверное. Черешневая, 33. Народ много у вас? А, вы сами здесь? А. Ну, понятно, понятно, понятно. Да. Для многих моих друзей этот номер хорошо знаком, да и мне тоже с того года. Вот. Вот, пожалуйста, продается дом. Желающие, это не дом, это целый
мини-замок. И этот ли или нет, не знаю. Ну. Так, идем дальше. Так, черешневые 30 слева. Тоже сдаются номера, видно. То есть гостевой дом. Вот номеров. Ну, в смысле, номера телефонов нет. Здесь 29-й, соответственно. Тоже информации нету. Ну для чего, опять же говорю, люди собираются приезжать, хотя бы приблизительно знали бы, где что находится. Мне это, в общем, не сложно. Ну, здесь-то вот целый комплекс. Так, это у нас Черешневая, 28. Номера люкс, номера 2-3 человека, автостоянка, горячий душ. В общем, все как везде. Так, здесь тоже. И здесь тоже сдают, я гляжу. Ну, везде. Вот, пожалуйста, кому интересно. Веселые поездки на водопады. Концерты, кавказские танцы. Это Черешневая, 25. Ох, какой номер красивый. Никто не желает себе на машину прикрутить. Да, 26 Черешневая. Ну, тут прям целый комплекс. Здесь тоже. Так, здесь тоже вот справа сдается, само собой. Это Черешневая, 21. Здесь прям 2-3 этажа с балконами, да еще и наверху. Это Черешневая, 22. Комнаты, ну то же самое. Номеров телефонов нет. С розами. Вот красота. Так, идем дальше. Здесь то же самое. Это Черешневая, 17. Номера 2-3 человека, душ, горячий, Wi-Fi. 20-й. Дальше. Ну, в школе решили, сейчас дойдем до поворота. Основной как бы мы прошли, но там тоже еще есть. Тут где-то с бассейном, я не помню, где-то здесь. Или прошел я уже. Вон здесь какие, блин, строения серьезные, я имею в виду тот красный дом. Да, выше там улица тоже есть, и не одна. Это мы попозже потом отдельно сходим. Это Черешневая, 14. Вот отель Корона. Да, вот он с бассейном. Отель Корона, номер телефона. Кому интересно, пожалуйста. Бассейнчик с голубой водичкой. Ну, кто-то там есть. А я думаю, где это здесь было? Так оригинально, да? Офис.
Так. Черешня Си. Так, здесь еще гостевой дом. Сейчас глянем. Тут магазинчик, я не пойму, что ли, что это. Так, здесь тоже сдается, насколько я понимаю. А номер какой? Ой, березка. Да, я уж прям соскучился по своим родимым березкам. Здесь они немного другие, видите, какие. Почему-то они у нас в Подмосковье не живут. Ну, в смысле, здесь почему-то, ну, странно, да. Так, ладно, идем дальше. Пока идем. Тут вот строительство, это первый, то есть улица заканчивается. Мы сейчас будем сворачивать направо. Да, это Черешневый 6. Спрашивали про цветы. Что вот эти за красивые цветы? Я сам не знаю. Вот, сам не знаю. Ну, очень красивые. На Приморской они уже начали опадать. То есть отцветают уже. Очень красивые. Да, может быть, денька через два буду в Геленджике. Хочу просто день дорог сделать. Давно там не видел знакомых. Вроде бы они сейчас в Геленджике. Вот, числа 25-го, может быть, махну. Так что, возможно, будет, хочу снять прогулку по набережной Геленджика. Прям от морской, от полярной звезды, морской. От полярной звезды и прям до морвокзала. Потому что я там часа на три буду. Вот, и в обратный путь, так что. И вот здесь начало Черешневой улицы. То есть там выезд на трассу. Там, кстати, есть еще улица. А улиц всего мы считали 5 или даже 6. Есть Клубная, Совхозная, Приморская, Черешневая, Заречная. И еще там что-то я... И еще две улицы, говорит, новые там добавили. Вот. А так видео одним файлом, я без подготовки, вот иду с пляжа. Вот здесь, по-моему, здесь тогда жил Дмитрий Куш с супругой. Они приезжали, вот. Хозяин, по-моему, Андрей зовут, если я не ошибаюсь. Мне очень-то понравилось там прям. Свои домики, вообще тема классная, конечно. По-моему, это здесь. Так, вот у нас вот. Это уже Приморская. То есть внизу здесь речка. И перейти можно, кстати, там проход весь в одну есть. Так. Так что это тоже Черешневая. Тут свои огородики. Да, вот можно перейти и на ту улицу. Я, наверное, так сейчас и сделаю. А корм коту куплю завтра. У него на сегодня есть. Кот так ко мне привязался там в соседке. Прям за мной, как собачонка. Блин, везде. Ох, расставания эти.
приезды, уезды. Приезды хорошо, весело, интересно все. Ну то выезжать, конечно, это прям, ну для всех, наверное. Так, здесь. Здравствуйте. Футбольная площадка. Вот так что. Это мы сейчас идем сзади Черешневой. Вторая Черешневая 2, назвать ее. Тут тоже есть где шашлычки пожарить. Так, ну что, есть смысл идти дальше? Думаю, что нет. Вот, то есть там уже глухие стены. Вот, то есть мы сейчас все это видим только сзади заборы. Вот, так что вот такое видео сегодня, друзья. Прошу прощения сразу без подготовки. Все с рук. Вот. Остается сегодня 23-го. Июня 24 года. Всех христиан поздравить с Днем Святой Троицы. С пожеланием всяческих благ. Вам также, друзья, кто смотрел это видео, будет кому-то интересно, кому-то полезно. Также пожелаю всего самого наилучшего. Отпускникам хорошего пути, замечательного отдыха. Попозже пойдем с вами прогуляемся по другим улицам. Это вот туда выше, левее, и поднимемся туда выше. Вот тоже интересно есть что посмотреть. Вот, ну и другим тоже вам будет интересно. Всем пока, до свидания, всего самого наилучшего.